Господи, боже мой, да что ж так долго-то? Что тебе надо? Пожалуйста, на хлеб. Какой хлеб? В Седьмой континент позвони, там служба доставки есть. Что, не можешь мобильник сел? Давай, иди, иди, иди. Как ты жесток бездомным людям, Маш, а? Каким бездомным людям? Да ты что, они зарабатывают больше меня. Да это все журналисты врут. Несчастный человек вообще, без денег, без дома, без близких. Если ты шмотишь подать ему на хлеб, ну хотя бы не издевайся. Может, он отошел и плачет. Плачет, конечно. Пить надо меньше было, Маш. Иногда я тебя просто ненавижу. Ты такой толстокожий. Тебе повезло, у тебя хорошая работа, ты обеспечен. Ну нельзя быть таким жестоким и так презирать людей. Эй, ты! Ты, гусь крашеный! Ты не видишь, что у нас стекла чистые, а? Иди башку свою помой лучше.